Всем привет! 19 сентября на телеканале «Домашний» состоится премьера мини-сериала «Останется верность». Сериал рассказывает о Лиде, молодой женщине, чья жизнь казалась простой и предсказуемой. Она живет в небольшом поселке городского типа и работает дизайнером на стекольном заводе. Лида готовится к свадьбе со своим давним возлюбленным Костей, мечтая о тихой и счастливой семейной жизни. Однако все меняется в один момент. Прямо в день свадьбы Костя разрывает с ней отношения, оставляя Лиду с разбитым сердцем и разрушенными планами на будущее. Несмотря на тяжелый удар, главная героиня решает не опускать руки. Она собирает все силы, пакует вещи и отправляется в большой город, где намерена начать новую жизнь. Переезд для Лиды становится символом начала пути к самореализации и поиску собственного места в мире. В мегаполисе ей удается устроиться на работу в престижную компанию Сергея, где она может использовать свои навыки дизайнера и раскрыть свой творческий потенциал. В компании Лида сталкивается с новыми вызовами. Ей предстоит улучшить показатели производства, предложив свежие дизайнерские решения и доказав свою ценность как профессионала. Но на этом испытания для Лиды не заканчиваются. Вскоре она оказывается втянута в более серьезные события, когда судьба вновь сводит ее с Костей. Теперь перед Лидой стоит новая задача – спасти его от тюремного заключения. Если планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк под видео, пишите свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры новых серий. Приятного просмотра!